Так, полиция. Стойте! Кто приказал вам стрелять? Бросьте оружие! У меня дипломатическая неприкосновенность. Кто здесь главный? Вывоз из страны секретных программистов наносит вред национальной безопасности. Мы также можем предъявить вам обвинение в похищении. Вам придется отпустить его. Это невозможно. Господин Дайта попросил у нас политического убежища, и мы дали согласие. Что? Я не обязан ничего объяснять. В соответствии с международными законами, моя страна имеет право предоставлять убежище кому угодно. Документ в посольстве. Обещаю, через пару дней я пришлю вам копию. Да, это вас убьют, если вы вернетесь. Советую подбирать выражение. У нас мирная демократическая страна. Ну, конечно. Окно, стреляйте! Термооптический камуфляж.